Друзья, всем привет! Многих интересует вопрос, как убрать запах секонд-хенда с купленной одежды. Не стоит одевать одежду из секонд-хенда сразу же после того, как купите ее, потому что одежда подвергается обработке формалином и паром, и вы точно захотите избавиться от специфического и не слишком приятного запаха. Но запах секонд-хенда убрать совсем непросто, и он точно не выветрится сам собой. Первое, что вы должны сделать, это постирать одежду, но это не поможет. Поэтому второе ваше действие – используйте нашатырный спирт. Замочите на несколько часов одежду в таком растворе – 1 мл нашатыря на 1 литр воды. Если у вас нет нашатырного спирта, используйте уксус и соль. Добавьте 2 столовые ложки уксуса на литр воды и замочите одежду из секонд-хенда в этом растворе. Также в раствор можно добавить несколько капель эфирного масла, например, масло апельсиновое или масло лимона. Я купила в секонд-хенде футболку, она перестала вонять секонд-хендом только после третьей стирки в стиральной машине с гелем для стирки. Так что, если не хотите так долго ждать, воспользуйтесь советом, сказанными в начале видео. Но что делать с вещами, на которых есть мех? К счастью, зимой существует замечательный способ, для которого вам даже не понадобится погружать одежду в воду. Все, что нужно, это вывесить вещь на балкон в морозную погоду и оставить так на несколько дней. Благодаря морозу запах должен выветриться через некоторое время, и вещь уже будет пригодна для ношения.